Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дарриди, и мы играем в игрушку Alien Isolation. Что ж, в прошлой серии мы, значит, тут погибли. Стой, стой. А что за проблема? Вот и постараемся выжить. Тут чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Так, давайте посмотрим, где я смогу спрятаться. По идее, там склад, я должен, наверное, пойти потом далее что на склад. За брелка? Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор. И тогда они будут проверять, в чем дело. Поменьше меня. Раскручишь меня. Так, ну ты уже слышал. Класс. Кто последние запасы проверил? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Ты чего несешь? Эй, ничего он не брал. Я был рядом. Так, я выключу свет, а куда я потом спрячусь? В прошлый раз они меня вот здесь нашли. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт, ну а замок-то, который Джо смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Так, включить генератор, а где я потом спрячусь? Сообщит об этом боссу. Боссу? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю... Короче, а я ты выключил поменьше генератор, говори, за умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Не, я думал, они пошли, надо не... Все там стоят. Хорошо, куда мы будем прятаться? Сюда, я понимаю, меня тут не спасет. Нет, видимо, назад будет идти потом. Чтобы выйти, я должен, блин. Ой, я не успею выбежать. Так что от нее можно уйти. Ну тут я тоже не спрячусь, потому что они пойдут проверять генератор. Так, ну-ка, легенда. А, выход из зоны, точка сохранения, вход по пропуску. Кодовый замок, линия терминала, система безопасности, место резки, лестница, энергосистема, важный предмет. Закрыто. Так, честно говоря, я не знаю, куда я буду прятаться. Хорошо, вырубаем свет и бежим. Что случилось? Сам взял и сдох? Они просто убили его. Слышал? До чего мы дожили? Черт! Там кто-то есть! Беги, беги, беги! Куда мне бежать? Почти убежал. Последнее сохранение. О, блин, пока не научился я убегать от них. Должно быть место, куда можно прятаться. Тихо ты! Стой! Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем понятно, я выключаю генератор и бегу назад. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Так было надо. Это ты предложил мне. Завалим? Хорошо, попробуем убежать. Можно было где-то спрятаться, что ли? Класс. Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилип? Так, хорошо, бежим пока. Что случилось? Погодите. Я что-то видел. Успеем, нет, убежать. Заметят, нет? Беги, 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 детка. Так, куда мне бежать-то? Так, по... Видимо, мне надо до склада добраться. Я там спрячусь.
Блин, я не знаю, куда больше надо бежать. По-моему, погоня отстала. Так, окей. Только аккуратно идем. Это все тут же сидит, смотрите, ничего с ним не было. Вон, не пошли туда. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, то дымился бы. А вот почему-то не пашет. Может, предохранитель сразу. Или крыса залезла и нажала на аварийное включение. Крыса? Ни хреновая должна быть крыса. Ну, не знаю я. Нет, это кто-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас обокрал. Что-то как-то стрёмно. Ничего, у нас пушка. Так, что? Не сюда, значит. Давайте-ка найдем эту чертову кнопку. Потише, они еще рядом. Смотрите, как шустро бежит. Сюда. Окей, пойдем. Пойдем туда, за тобой. Получилось, ребят, мы прошли это. Так, что могу взять? Клей, хорошо. Мы уже много чего взяли. Так, это флайер, это аптека. Можно создать. А, так, шприцов. Мне надо больше шприцов. Раз, два, три, четыре. Можно 6 аптек аж сделать. Есть аккумуляторы, взрыватель. Да ладно, это все потом. Так, сохраните, конечно же. Но тут нужно стараться почаще сохраняться, потому что есть такие сложные моменты, где без сохранялок будет очень сложно. Без сохранёнок. Далеко еще? Почти пришли. Скоро транзитная линия. Окей. Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Корабль-то был, так, по-моему, он не причален. Потому что я увидел, когда он улетал. Это, видимо, я на ходу сочинила. Сколько мы броем, так пока чужого не нашли. Так, что у нас здесь, помимо сохранянок? Пока что неизвестно. Окей, но мы идем далее. Изучаем эту местность. Вентиляционная шахта. Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Так, войти в терминал. Давайте войдем. Что тут есть у нас интересного? Так, лично сквозь пальцы. Эс, я таки сумел добраться до товара. Шеф не заметил пропажу, станцию закрывают, мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Синклер велел своим не докапываться. Да им вообще сейчас не до нас, они там только и делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь за что заплатил, Бейли. Окей, так. Двойной контроль. Не Арсен, Леонард, вы двое несите первую вахту у двери, так что читайте внимательно. Соорудить такой замок было непросто, и будет обидно, если сюда кто-нибудь пролезет из-за того, что вы не разобрались в инструкциях. Это так называемый замок на двух человек. То есть для того, чтобы его открыть, два человека должны одновременно задействовать две консоли. Большинство из нас друг с другом не знакомы, так что это самый верный способ обезопасить припасы и гарантировать, что никто не захапает себе все добро. Вы должны дежурить по очереди и предупреждать друг друга, когда нужно будет впустить или выпустить какого-то из нас. И я имею в виду только нас и больше никого, неважно, кто там будет вас умолять и какие слезные байки они будут рассказывать. Я раньше был в одном отряде, но мы дали слабину, и теперь я единственный, кто остался в живых. Не верьте никому, Джо. Так, опись.
инвентарь, ничего не брать и не вычеркивать из списка без моего разрешения. Так, аспирин 4 упаковки, консервы 32 банки, крупа 6 упаковок, вода 4 галлона, зубная паста 12 тюбиков, сигареты 3 ящика, ни хрена себе. Туалетная бумага 26 рулонов, изолента 6 рулонов, аптечки 2 штуки, мало аптечек. Сухое молоко 52 упаковки, классно. Примечание, боеприпасы на исходе моей. Зои удалось раздобыть какие-то рецептуры, препараты, все выписано на одно имя. Видимо, этому человеку они больше ни к чему. Хорошо, вот такая вот история. Нас учат не доверять никому. В принципе, это и правильно, с одной стороны. Иногда приходится доверять. Не доверять, а довериться иногда. Приходится. Но доверять все равно не стоит. Довериться можно, а вот доверять нет. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Хитрый какой. Он нажмет здесь, значит, а мне опять вход идти. Хорошо, возвращаемся назад. Так, тут камера есть. А, включить двойной выключатель. Хорошо, включим. Посмотрим, что тут еще у нас есть. Ну-ка, давайте немножко полетим, поизучаем. А, это вообще выход, я так понимаю. Ух ты, вон там те шарятся. Они в профсерии меня убили, так что надо с ними поосторожнее. Хорошо, включаю. Готово? На счет три. Раз. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Сзади. Ёлки, спасите Акселя. Так, бежим, бежим. Попался! Все сюда! Поймали варюгу! Думаешь, можешь беречь все, что плохо лежит? Уберите руки! Бежим, бежим, бежим. А, нажмите РТ, чтобы нанести удар. А, вот как. Тихо, тихо. Ты его убил? Зачем? Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся. Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Стреляйте! Так, беги, он, беги. Походу, мертвый! Они его убили! Я не хотел. Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Как ты урод. Что такое? Там кто-то есть. Лысый уродец, мне тебя даже не жалко. Аксель? Это что за херня? По-моему, тебе хана. Жесть, 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 жесть. Так, тихо, тихо. Тише, тише. Добро пожаловать в транзит. Что это за тварь? До транзита линии. Так, блин. Как? Что мне делать? Ни хера себе. Надо уходить. Тихо, 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 тихо. Успокойся, успокойся. Дыши, дыши. Да, давайте. Блин, ты какого хрена? Что мне делать? Так, смотрим. Башня охлаждения. В принципе, его убили заслуженно. Он сам виноват. Блин, в такое время надо... Вообще надо объединяться в этом. Блин, ну... Потому что одному реально сложно выжить. Так.
бережем фонарик, это обязательное явление. Тихо, детка. Так, туда я не смогу выбраться. А перелезть я могу, интересно? Дверь закрыта, но вот это открывается, по-моему, да? Нет. Что-то к сердцу так получится. Я что-то еще должен нажать? Чтобы остановить подачу энергии. Где я ее восстановлю-то? Транзитная линия. Так, башня охлаждения. Так, ну-ка, легенда, что это такое? Терминал. А, терминал мы уже. Могу ли открыть? А, вот вижу, дверь подошла. Подъехала. Сейчас должна открыться дверь. Технобашня, ларец. Цель обнулена. Фух, это было круто. Нужно найти лифт в центр связи. Выход к центру связи Sixen Telecom, службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Я смогу прятаться. Окей, как... А тут интересно... А, не помечено. На карте... А то, где можно спрятаться, на карте не помечено. Так, к космопорту Севастополя, к научно-медицинской башне. Сохранилок я пока тут не вижу. Хорошо, зато много можно где спрятаться. Ну, это я думаю потом. Ведь карту. А, вот вся карта открылась мне. Хорошо, что тут можно много где спрятаться. Так, идем аккуратно. Не спешим. Ух ты. А, попасть на лифте в центр связи. Там, кстати, была сохраненка. Я думаю, надо вернуться и сохраниться. Так, где же ты? Еще назад надо. Где-то в зону. Вот он. Окей, сохраняемся. Да, конечно же.
Так, энергосистема. Перенаправляйте ток, чтобы включить и отключить систему, находящуюся рядом с вами. Система подпитывает от источника энергии ограниченной мощности. Отключив одни, вы сможете включить другие. А, вон на чем. Чтобы узнать, где находится локальная система, изучите карту на правом экране. С помощью так, колесика, хорошо. Получайте доступ к новым секторам, отвлекайте внимание врага и экспериментируйте с системой Севастополя. Все это может вам поможет достичь цели. Хорошо, я могу систему динамиков включить или нестабильную систему. Подать энергию куда-нибудь. Ладно, это мы потом. Сотрудники компании Севастополь Транзит потом благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Пока что давайте, ребят, закончим на этом серию. В общем, с вами был Дарвиди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все будет у нас с вами круто. Я просто уже немножко подустал. Так что, ребят, до скорого. Всем пока-пока.